Здравствуйте! Вас приветствует Кадор Фитнес Тирова, и я тренер по ММА Мищенко Дмитрий. Сегодня я вам расскажу о ударе коленом с дальней ноги. Удар коленом может пробиваться как в голову, так и по корпусу. Сегодня мы рассмотрим вариант по корпусу. Выводим колено дальней ноги от себя и вверх по диагонали. Для этого движения нам нужно отвести таз назад. И обязательно во время удара тянем носок на себя. Для удобства представляем цель, как будто мы за нее хватаемся, и тогда будет удобнее бить. То есть раз. Обязательно обратите внимание на наклон таза назад. Если вы не будете наклонять, удар будет не сильный. А если таз отклонять, то будет более мощный удар. Дистанция для этого удара средняя, то есть с дальней дистанции вы этот удар не пробьете. Бьем либо со средней, либо вообще с ближней дистанции. Для этого подходим близко к груше и с дальней ноги бьем на средний уровень, на уровень корпуса человека. Обязательно во время нанесения удара вкручиваем таз в удар и обязательно тянем носок. Во время удара выдыхаем. Также этот удар вы можете применить не только в спортивных единоборствах, вы можете применить его для самозащиты. Если на вас нападет кто-то, вы можете отсюда прикрыться, ударить и спасти себя, убежать или позвать о помощи. Самый простой удар. С вами был Кадор Фитнес Тирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!